Начнем с поощрительной поездки. Вы участник клуба Травориум, и вам открывается возможность на 14-й день выбрать одну из 39 стран для путешествий. Вы оплачиваете только налог. Вот Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль. От 4 до 8 дней. Новая Зеландия, Сингапур, Испания. Лично я выбрал Испанию. И мне предложили Барселону, мне предложили Тенерифе, Пальма де Майорка. Я заплатил только $132 за 5 дней без авиаперелетов. То есть это отель. Вам обойдется $132. Вот. Можно выбрать для себя одну из этих стран. Вот. Напишите, в какую страну вам интересно было бы получить поощрительную поездку. Можете написать в комментариях, куда вы мечтаете поехать. Какая из стран вас манит больше всего? Если была такая возможность, представьте, что вы можете вот поехать там, может, возможно, это Франция, возможно, вы давно мечтали Париж, или на Каннский фестиваль, вот Канны. Или, возможно, это какие-то там Бали, остров Бали. 8 дней, 7 ночей, двое взрослых, двое детей. Вы оплачиваете только налог.